шею, оставаться следами безупречного цвета и неспелой рябины. Что теперь между нами? Я не сдам, я не сгину. Мой моторчик руками, мой моторчик руками. Хозяин влюблённый, встречи стали опасны. Эти игры для взрослых, первобытные танцы. Что теперь между нами? Я не сдам, я не сгину. Не прошу тебя сдаться, помогу тебе сдаться, погибнешь. Тишина атакует, мы в секунде от неба. Поздно бабочка в стеклах, я же вижу, ты хочешь. Что теперь между нами, никогда не забудешь. Горький мед и цунами, горький мед и цунами. MTV! Спасибо большое. Привет, Диан. Как дела у тебя? Сейчас отдышится. Секунду. Дайте отдышаться артисту, и он ответит на все наши вопросы. Как жизнь? Водички. Воды! Ну, вода будет чуть сейчас позже. Сейчас будет и вода, и шампанское. У нас же день рождения все-таки, поэтому на воде, я думаю, останавливаться не стоит сегодня. А, для меня, правда, новость, что сегодня... Что вообще, на самом деле, MTV — это осень. Осень — самое коварное время года, мне кажется, наряду с весной, потому что влюбляешься по полной и крышу срывает. Так вот, MTV сегодня 5, нам сегодня 10 в эту осень. Стоп! А вместе сколько? Давайте хором. 3-4. Ух ты, а я и не знала. Я думаю, что чем ближе к вечеру, тем ближе к празднованию, к такому конкретному, тем больше памятных дат будет всплывать в памяти наших гостей и самих виджеев на MTV. Поэтому я думаю, что праздник будет все продолжаться и продолжаться. Мне показалось, что Диана просто решила принять участие в нашем конкурсе поздравлений, чтобы выиграть майку MTV. Но ты выступаешь вне зачета. Нет, извини, ты вне зачета выступаешь. Тем не менее, ты дала хороший пример. Я позволю себе прочитать несколько сообщений, которые пришли к нам на колл-центр, дабы подбодрить остальных наших зрителей.
MTV с праздником, 5 лет это немало, давайте еще столько же, и еще столько же, и еще столько же, и тут на две страницы еще столько же. Еще одно сообщение. Полинка, псих-одиночка, сообщает, пишет нам. Дорогие мои MTV-шники, как только я вас увидела, то поняла, что мы созданы друг для друга. Больше психов, чем у вас, не приходилось видеть нигде и никогда. Но это же супер, говорит Полина. Психи рулят, по ее мнению. Желаю вам быть такими же сумасшедшими. Поверьте, нас много, мы поддержим. Спасибо большое, Полина. Друзья, продолжайте присылать свои поздравления на наш колл-центр. Так не забывайте, у нас в гостях сегодня группа «Ночные снайперы». Вопросы и приветы к ним также на наш колл-центр. Вопросы к ним тоже, потому что у нас будет рубрика «5 сложных вопросов». Мы пообщаемся чуть позже с Дианой и ее товарищами. Также они еще раз выступят. А прямо сейчас мы будем смотреть видеоклип трогательный очень. Можно нежную какую-нибудь песню? Ну, давай попросим наших зрителей заказать какое-нибудь видео и посмотрим, будет оно нежное или оно будет. Я хочу нежную песню. Хорошо, давайте выберем тогда нежную какую-нибудь девушку, чтобы она заказала нежное видео. Поднимайся. Вот. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Наташа. Наташа, будем смотреть нежное видео сегодня? Да. Какое? Я бы хотела посмотреть Дайда. Дайда. Дайда у нас вот самое новейшее видео Дайда, это White Flag, которое вчера мы тоже обсуждали в 12 злобных зрителей. Давайте посмотрим. Объясни, пожалуйста, Диане, что такое 5 сложных вопросов. Я не могу. После клипов Дайда у меня каждый раз какой-то ступор. Не могу. И после некоторых других клипов у тебя тоже ступор. Странно. Диан, 5 сложных вопросов – это вопросы, которые присылают наши зрители. По имейлу, к нам на колл-центр. Будем их тебе задавать. А твоя задача не только ответить, а еще и выбрать лучший вопрос, самый интересный. Мы автору подарим подарок. Хорошо? Искренне, да? Ну тогда, поехали. Диана, сегодня в эфире телеканала MTV будет показан выпуск программы «Бойцовский клуб». Зрители MTV увидят захватывающий поединок снайперов с группой «Рефлекс». Скажи, знала, с кем вам предстоит драться? Или и как вообще готовились к этому поединку? Трудно ли было противостоять участникам «Рефлекса»? Спрашивает Медведь. Противостоять участникам «Рефлекса» трудно ли было? А да, мы знали о том, что мы будем бороться с «Рефлексом». На самом деле это чистой воды провокация. Никто ни с кем не дрался, и все было очень мирно. Абзац. Спасибо. Итак, следующий вопрос. Нравится ли тебе группа Хим и ее лидер? Но Ванька их всех замочил! Ночные снайперы первые! Кого замочил? Группу Хим замочил? Это был второй абзац по поводу первого вопроса. Я поясняю тем, кто не понял. А теперь второй вопрос про группу, Хим. Нравится ли тебе группа Хим и ее лидер? Мне больше кататься нравится на лыжах в Финляндии, а группа Хим мне не нравится вообще. Чувачок, на мой взгляд, очень обдолбан постоянно. Музыка на самом деле может так на троечку пробереть. Но как-то не нравится у меня. Не трогает. Мне нравится группа Мьюз. Аплодисменты, да! А я думал, я один такой, кому группа Хим экзамены своими проваливает на... симпатию. Да. У нас есть телефонный звонок, к нам дозвонился кто-то из наших зрителей. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Привет. Как вас зовут? Привет, как Комета. Тебя зовут? Ой-ой-ой. Боже говорит. Комета. Задавай свой вопрос. Какой самый лучший совет вам дали за всю жизнь? Лучший совет за всю жизнь какой был получен? Никогда никого не предавай и никогда ни на кого не обижайся. Вот и все. Ну, одним словом, мудрость. Вот так вот. Такая философская нота в нашем празднике жизни появилась. Следующий вопрос. Вы испытываете страх перед... Испытываете ли вы страх перед выходом на сцену? Конечно, всегда. Опа. Что-то незаметно совсем. Но я камуфлирую это все в себе, но дело в том, что вот здесь вот коленки есть у каждого человека, и вот здесь очень страшно, они такие аж просто... И поэтому ты на стуле сидишь? Ну, конечно, но могу встать. Опа! А у меня страх всегда в ладошках, у меня всегда потеют ладошки, когда я держу микрофон, когда мне страшно. Вот видите, у всех оказывается меня страх не трогай сегодня, в разных местах, вот у Ивана страх вообще совершенно в другом месте находится. Вопрос от Полины. Куда бы вы ни за что не отправились бы? Опа. А
ответ будет жесткий, резкий. Я никогда бы, наверное, в ближайшие, скажем, пару лет не отправилась бы в Белоруссию. Вот дело в том, что вот сегодня вот праздник, да, пятилетие у вас. Я так вот серьезно отвечаю, но тем не менее, ну, такие, значит, снайперы. Такими, собственно, и принимаете. В Беларуси очень плохо люди живут. Вот туда бы я не поехала. Я знаю, что там нет ночных магазинов, а это, собственно, тоже большой недостаток для государства. Скажи, да. Вот и ночные снайперы, отсутствие магазинов. И на главном проспекте там тоже останавливаться нельзя. Там ужасно. Хорошо, примем к сведению. Надеюсь, нас не засыпет наш колл-центр гневными выражениями по поводу Беларуси. Но, тем не менее, я сегодня выходить с тотального шоу буду через черный выход с MTV, потому что мало ли что. Давай дальше. Какие вещи вы берете с собой на гастроли, чтобы не чувствовать себя одиноко? Ручку, конечно, всегда. Ручку. Ну, текст писать, шарик, правильно? Ручки. Для автографов? А? Для автографов. Ну, тексты писать. Нет. Это же творческая личность, даже не видно. Я песни пишу там на салфетках, на всяких. Ну, не важно. А ручка, безусловно. А затем яблоко, чтобы было всегда зеленое. Там очень много железа, очень много витаминов. Всем рекомендую, кстати. Зеленое яблоко, да. Не ищи его. Я просто смотрю, да, где у тебя зеленое яблоко сейчас с собой. Ну и гитара должна быть. Гитара. И вопрос, который задавали, наверное, миллион раз, но раз нашим зрителям интересно, значит, они еще не слышали ответа. Как родилось название «Ночные снайперы»? И не надоел ли вам этот вопрос? Запросто отвечу на этот вопрос. Мы со Светкой Сургановой по Магадане шли на работу. И тут один автолюбитель открыл окно своей машины, форточку, и крикнул: вы, девчонки, с охоты или на охоту? А нам было очень холодно. Нам офигительно не хотелось идти на эту самую работу. И это было последней каплей, как-то вот так получилось. Мы стали смеяться. Вот из этого получились «Ночные снайперы». Абзац! Все! Судя по аплодисментам, зрители не в первый раз слышат ответ на этот вопрос. Еще будем вопросы задавать? Давайте из нашей студии зададим вопрос. Как тебя зовут? Настя. Задавай вопрос Диане. Когда выйдет твой новый альбом и хотела ли ты спеть «Звуч»? Провокация, между прочим. Я отвечу на этот вопрос абсолютно по-снайперски, по-арбенински и по-еврейски. Я поздравляю группу «Буч» и ее солистку. С днем рождения, который будет 2 октября. Еще одно осеннее день рождения. Тяжелый этот период у нас, слушай, сплошные дни рождения. Ну, давай сейчас перейдем уже к приятной части допроса. Диана все-таки не договорила, по-моему. А петь-то будете вместе? А там шарами бьются. Это пускай. Это праздник, Диана. На празднике всегда принято поигрывать шарами. Так давай все-таки перейдем к этой части. Петь? Нет, стоп. Я что-то невежливо, правда, ответила. Петь, наверное, в ближайшее время не будем, потому что у нас своих дел так много, ребят, правда. Ну, может, хотя бы на день рождения просто так, за столом. Да приду, нормально. Я уже поздравил ее. Окей. Диан, давай выберем лучший вопрос, подарим автору подарок. Давай мы тебе напомним. Значит, вопрос про бойцовский клуб, группа «Рефлекс». Нравится ли тебе группа «Химы», ее лидер? Испытываешь ли ты страх перед выходом на сцену? Куда бы ты ни за что не отправилась бы? Какие вещи берешь с собой на гастроли? И как родилось название «Ночные снайперы»? Еще был звонок по поводу того, какой совет тебе дали за всю жизнь самый полезный. Кому вручим подарок, как ты думаешь? Давайте сейчас что сделаем. Сразу не орите, пожалуйста. Крикните. Какой? Совет? Совет? Совет. Все. Итак, совет! Девушка, которая зовут Комета, которая дозвонилась к нам и задала вопрос Диане, получает от тотального шоу. Достается ей плакат тотального шоу с автографами ведущих. И самое главное, майка от группы Blur с автографами сотрудников этого уважаемого коллектива. Искренне поздравляем тем, кто нам звонил. На этом рубрика «5 сложных вопросов» заканчивается с Дианой и группой «Ночных снайперов». Da-di-di-d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 a-di-di
все знаю я, но катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает. Умники и умницы. Спасибо большое, Диана. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть в репертуаре песня про счастливую любовь? Это самая счастливая песня про самую счастливую любовь. Не угадала, не узнала сразу. Дорогие друзья, на сцене дальнего шоу работала группа «Ночные снайперы». Абсолютно достойное, по-моему, выступление на том же фестивале, как Вудсток в свое время. Мы, к сожалению, не можем сделать для вас какого-то серьезного подарка. Но есть у нас ценные призы. Это рюкзаки тотального шоу, чтобы было с чем ездить на гастроли. Держи. Пацанам в первую очередь, конечно. Ударнику. Спасибо большое. Люди с гитарами всегда вызывали у меня отдельное уважение. И Диане.